Ну, пока Алена идет на сцене, я скажу, что 6-е место по результатам судейства заняла представительница города Чебоксары Юлия Подгурская. Номер 9. На 5-м месте по результатам судейства представительница Свердловской области, город Первоуральск, Ольга Пермина, номер 8. Вот просят немножко вас, девчонки, назад сдвинуться, чтобы вот сюда вышли потом победительницы и призеры. На 4-м месте по результатам судейства сегодня спортсменка из Самары Инна Шувалова, номер 63. Итак, тройка призеров. Бронзовый призер. Спортсменка под номером 65, Мария Тарасова, Самара. Пожалуйста, вперед. И принимайте подарки, поздравления, медали, кубки и письма счастья, а также прекрасные цветы. Вот.